Siamo il futuro e il presente per via di un passato di fame e di sete. Охуенный трюк за последнюю тысячу лет, пацаны. Вот смотрите просто и охуевайте, реально. Ебать. Ух ты, ебать. Всем привет, с вами Кирилл, и вы на канале Кирилл Гейм. И сегодня мы играем в криминалочку на серии Magazine Holy Play, 7-й сервер. Итак, друзья, сегодня у нас будет открытие рубрики Супер Труки. Вы скажете, типа, того ты на 01-м такой снимал на Мурке. Но нет, пацаны, здесь мы будем ебашить именно на все бабки. Просто на все бабки. Я вроде бы договорился, чтобы именно когда я снимаю и делаю трюки, меня не наказывали за ЕПП. Но, надеюсь, так оно и будет. Потому что я реально попросил, чтобы меня не наказывали. Потому что, ну, это для видосов, пацаны, это для контента. Вы так не делаете, вы по полям не ездите, просто смотри, как я это делаю, а сами такое не повторяйте. Ну что ж, я могу сказать еще. А, кстати, давайте отвечу на вопрос, какие вы писали по предыдущей серии. Смотрите, чуваки, я аккаунт не переводил, если что, видите, здесь 5-й уровень. И этот аккаунт я сделал еще 5 месяцев назад, зарегал здесь. И видите, здесь 5-й уровень, я аккаунт с 01-го не переводил. Да, я... На 01-м буду играть, но реже, пацаны, реже, понимаете? Я буду в основном сейчас играть на 07-м. На 07-м буду для вас пилить видосы, годные видосы, потому что я могу обратиться к администрации, и они мне помогут, там, машину дадут, ТП-хну там куда надо и так далее. Я думаю, это очень круто, но сегодня у нас будет, можно сказать, Мурка 2.0, пацаны. Ну, такое, да, конечно, номера такие не очень. Не знаю, что-то мне они не очень нравятся, ну ладно, пусть такие будут. Я все равно их не поменяю, потому что некак их поменять. Давайте сядем в тачку и сегодня будем делать просто замечательные трюки, охуенные. Будем ебашить на все бабки. Именно на все бабочки будем ебашить, пацаны. Поэтому с вас обязательно лайк просто. Давайте 100 лайков наберем. Это все-таки открытие, можно сказать, сезона супер трюки. Я подготовил сегодня для вас очень такую развлекательную программу. Будут очень охуенные трюки, поэтому влепите лайкосик, давайте на 07, API будет в описании, и вводите мой ник при регистрации. Ну что ж, погнали. Я еще что закупил с ремками, у меня в багажнике 35 ремок лежит. И сейчас мы пробуем сделать один трюк. Так, разгоняемся. И... Опа! Ну, что-то подобное такое. Да, только давай перевернись, спасибо. Спасибо, моя хорошая, спасибо. Так, пишем Repair Car. Ну чё, народ, погнали, ебать. Сейчас пробуем сделать трюк. Очень крутой трюк. Я его еще не делал, я первый раз сейчас его буду пробовать. Хочу прилететь в церковь. Не знаю, получится это или нет. Во-во-во-во-во-во-во-во. Ух ты, блин. Ух ты, ёпта. Это было реально жестко. Это было просто жесть. Реально, вот это было жестко. Блин, спасибо большое администрации, Максим Какрус, тебе привет большой. Вот администрация здесь очень Так, продолжаем, короче, у меня краш произошел, но запись сохранилась, поэтому все нормально. Сейчас я вам покажу самый охуенный трюк за последнюю тысячу лет, пацаны. Вот смотрите просто и охуевайте, реально. Просто охуевайте от этого трюка. Так, берем разгон. И в эту сторону надо лететь, по-моему. Ебать. Так, между деревьями, пожалуйста. Ебать, ебать. Не, ну пацаны, блядь, тут уже надо 150 лайков, вы понимаете. Блин, я вчера, просто мы с Адвиной вчера катались. И я искал локации, где можно попрыгать. Ну, то есть места искал, где можно попрыгать. И, блядь, вчера я так само прилетел, кстати. В точь-точь так само. И в этот раз у меня получилось то же самое. Это очень круто. Так, давайте, новые трюкчанские просто. Сегодня вообще, вот вы заметили, что постоянно в моих сериях вот таких подобных трюки никогда не повторяются. Вот никогда трюки не повторяются просто. Блять, вот постоянно, сука, это дерево мешает, пацаны. Я уже не первый раз здесь прыгал, и постоянно именно это дерево, сука, мне мешает. Вот, смотрите, что у меня по багажнику. 34 инструмента, 4000 патронов и 200 наркоты еще есть. Я думаю, так неплохо, неплохо, пойдет. Давайте еще попробуем один трюкчанский замутить. Думаю, получится. Должно получиться по-любому. Бля, ее таскает, сука. Ага, хуй там получится, ебать.
Что-то я не рассчитал, малёха. Кстати, напишите, ставить гидравлику или нет. Я узнал в администрации, что есть команда, чтобы открывать багажник. Потому что если я построю гидравлику, через нумпад я не смогу багажник открывать. Есть специальная команда. Напишите в комментариях, ставить ли мне гидравлику. Ну, гидравлика, я думаю, поможет в том, что трюки будут довольно-таки лучше, мне кажется. Или нет. Ну, короче, посмотрим. Пишите в комментариях. Блин, я на самом деле хотел бы здесь прыгнуть, но мне кажется, ничего с этого хорошего не выйдет. Поэтому давайте искать другую локацию. Кстати, вот такой смачненький трамплинчик. Давайте его испытаем. Так, с нейтросиком, давайте, давайте. Давай, малышка, я в тебя верю. Хотя, мне кажется, сейчас будет какая-то дичь, ну ладно. Во-во-во-во-во-во. Вот это было красиво, вот это было красиво. Так, едем дальше, едем дальше. Главное, чтобы не крашило, так. Давайте, хотя я уже здесь ездил, но... Ладно, давайте чуть повторимся. Так, разгоняемся. И... Ебать. Вот это было реально красиво. Вот это было прям красиво. Так, давайте попробуем прилететь в лес, но в другую сторону. Я его перелетал, но теперь попробуем в другую сторону его прилететь. Я думаю, с этого сейчас что-то и получится. Да, только если бы я не уебался бы, было бы все получше. Так, довольно-таки неплохо. Блин, а вот найти бы какие-то места поинтереснее. Просто я вчера не всю карту объездил. Я нашел всего лишь пару мест. Но думаю, этого тоже будет достаточно. Так, чуваки, здесь есть одно место. Только главное мне сейчас попасть сюда. И мне приходится ехать по встречке. Поэтому извиняйте, сейчас придется ехать по встречке, чтобы туда попасть. Ух ты, ебать. Вот это трюкчанский, блядь. Ёбаный карасик, выпрыгивай. Бля, пацаны, после этого точно надо пойти посрать, нахуй. Ебать, я реально испугался, блин. Я пришел из тачки выпрыгивать. Ну, блин, это был очень такой годный трюк. Именно так еще четко попал, просто идеально. Реально идеально. Я все равно недалеко живу, сейчас мы быстро до тачки добежим. Так, вот я добежал до своей тачки. У меня тут появилась такая идейка, прилететь вот это все. Только сейчас разгонимся, я думаю, и попробуем прилететь. Кусты вроде прозрачные, те красные. Если я не ошибаюсь, я сейчас лоханусь, если они реально непрозрачные, если стачку тупо разъебу. Это будет жестко. Пацаны, я реально стараюсь для вас, как вы видите, каждый раз новые... Опача. Ух ты, какая горочка хорошая. Но это уже на следующей серии будет у нас, пацаны. Да, тут разгон можно будет взять. Блять, я, конечно, напалил, ни хрена не вижу, но попробуем сейчас влететь в эту гору. Так... Блядцы. Вы этого не видели, пацаны. Так, я уже подрубил нитро, только я нихуя не вижу вообще. Во. Во-во-во. Да ёб твою, и по траве просто носит сильно. Ебать. Упрыгуй, блядь. Блядь, я не успел выпрыгнуть. Это было красиво. Вот просто, понимаете, если бы я хороший разгон взял, я бы улетел, блядь, до конца этой карты, наверное. О, рыбка плавает. Не, ну чё, нормально. Нормально, пацаны, нормально. Ну что ж, думаю, на этом будем заканчивать. Всем спасибо за просмотр, ставьте лайки, подписывайтесь на канал, заходите играть на 7-й сервер, вводите мой ник при регистрации. И всем пока-пока.